Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dead Coming, точнее, смерть пришла. И у нас нулевой акт, почему-то нулевой, видимо, это обучающий. Ага. С нами разговаривает смерть, которая предлагает нам, чтобы мы на нее поработали. Ага, кликните на опасный объект. Ага, и подловите человечка. Вот. Отлично, одного мы сделали. Так, а здесь цветочек, наверное, надо бросить, да? Вот таким, ребята, макаром, я так понимаю, мы будем с вами зарабатывать души. И задание у нас убить трех человечков. Так, ну этого понятно, цветочком. Ага, отлично. Тут опасно вокруг. Кричит дамочка и бежит. Оу, а здесь у нас канализационный люк. Вот так, пока, родная. И остался последний. Вот, сейчас мы его и накроем. Жесть какая-то. Неплохо сработано, мой ассистент. Есть такие штуки, хинты. Угу. Они помогут тебе справиться со сложными миссиями. О, тут у нас еще и карта есть. Так, и что тут? Что такое? Почему ничего не видно? Так, это мне пока непонятно. Ага, вот значит что. Акт первый. Ёлки ты палки, ребят, целый мегаполис. Пришельцы прилетели. Так, это что-то, что-то новенькое. Так, вот, значит. Мам-мам-мам-мам, побежал зелененький. Так, и в окошко уставился. А тут какой-то любитель подсматривать в окна. Ну что ж, давай приступим. Так, понятно, короче. Нужно мне с этими ребятами со всеми разобраться. Так, ну давайте вот этого, наверное, для начала проучим. Так. Здесь у нас пришелец, по-моему, да, должен быть? Атя! Грохнули мы чувачка. Вот и душа. Так, а мы с вами собираем души для смерти. Точнее, мы как бы на нее работаем. Ага, вот у нас, значит, три персонажа. Одного мы шваркнули, и пришельцы улетели. Странно, пришелец прилетел для того, чтобы просто-напросто посмотреть. Так, вот твоя следующая цель. Вот это вот дамочка, да, значит? Так, чувак тут с газонокосилкой. А если я вот так вот сейчас попробую сделать? Прям ему на голову. Вот так. Во-во-во-во. Так-так, куда бежишь? Так, здесь люк, ребята, надо срочно ловить ее на люке. Пока, роднуля. Так, ну что же, ребята, уже две души из трех назначенных нами. Точнее, назначала их смерть, но наша задача выполнить его приказы. И вот здесь вот у нас чудило. Слушайте, оу, проводок под током. А что надо... Оу, щит. Так, погодите. Ага, вот. Побежали они все плавать. Слушайте, ребят, по-моему, я лопухнулся. А знаете почему? Потому что надо было, чтобы он залез в воду, а потом уже сбрасывать провода. А я сделал немножко по-другому все. Ладно, давайте здесь тогда посмотрим, что мы можем сделать. Так, танцуют они здесь в кучу. Ага, вот. Опять же, блин, не всех добил. Но, тем не менее, довольно много душ заработали мы с вами. Так. Ага, здесь под электричеством, да? Вода якобы. Ну, беги. Опа! Извини. Так, тут у нас еще один люк. Зря, наверное, я сейчас его открыл раньше времени. Блин, ну как же мне вот этого вот охламона-то подбить? По-моему, уже никак не получится. Хе-хе-хе, зато... Бомжару прибили. Так, этот у нас тут курочки разносит, да, значит? Ну-ка, а если мы его сейчас горшком-то по голове? Ну, давай. Черт подери. Как-то хитро он сделал там.
Этот, смотрите, там плавает, расслабляется по полной программе. Довольный жизнью. Так, а что у нас здесь еще? Светофор, да? Непонятно пока, малька. К телефону тоже никто не собирается бежать. Так, ну-ка, давайте-ка, ребята, переиграем малька по-быренькому. Так, ну, это все понятно. Тут прилетает пришелец. С пришельцем нам, в принципе, все ясно. А смотрите, этот чудак-то, который в окна там глядит. Картинку изобразили, что он за дойками присматривает. Так, ладно, сейчас мы с вами как-нибудь по-быренькому это сделаем. Да-да-да, смерть, я понял тебя прекрасно. В первый раз у меня немножко неудачно все это вышло. Сейчас мы все это переиграем. Так, значит, начнем, наверное, с тебя, братишка. Иди-ка в воду. Сейчас я вас тут всех зажарю. Пока. Слушайте, а мне, наверное, надо было подождать, пока они тут все залезут, чтобы как можно больше. Ну да ладно, для начала и так пойдет. Главное, что мы его ликвидировали. Так, ну что, кто-нибудь пойдет под горшок, нет? Есть желающие? Нету? Ать, промахнулся малька. Так, она испугалась и убежала. Черт бы ее побрал, а? Ладно. У нас здесь вот что еще есть. Ну, вы будете? Вот, давайте все. Оу, щит! Вот так тут можно было. Жесть просто какая-то. Я их вначале осами покусал, а потом еще и вывеской добил. Самое то, что надо. Теперь больше здесь никто не танцует. Так, подождите-ка, у нас тут еще есть. Беги, 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 родной. Отлично. Так, ну, давай. Ай-яй-яй-яй. Пробежала очень быстро, ребят, пока допетрил. Ну, сейчас. Вот так вот. Хе-хе. Теперь ты курочку больше не поносишь. Бомж, извини. Пришлось так сделать. Нечего, как говорится, мои помойки тут разворовывать. О, пока. Так, и осталась у нас зеленоволосая девчонка, которая у нас сидит на шезлонге и загорает. Надо будет за нее сейчас взяться. Так, ну что, пришельцы у нас улетают. Они якобы свою задачу здесь сделали. Теперь мы сами по себе. Ну что же, давайте-ка мы с вами... Где она? О, тут еще вот что есть. Хе-хе, пора. Шикарно. Так, а это у нас кто? Полицейский, что ли, идет, а? Так, картиной бы его накрыть, было бы неплохо. Или вот этого охламона. Ну, давай, иди. Черт, стоит, а? Видно, что-то заподозрил. Ну, блин, полицейский, какого лешего ты не пошел сюда, а? Я, понимаешь ли, жду его с картиной, а он в обратную сторону. Это как в пункт назначения. Что дано тебе, так оно и будет. Оу, черт подери. Если бы я знал, что она так действует, я бы, конечно, бы подождал. Ну что у нас тут еще? Какой-то домик, особняк. Так. Ну, пойдешь, нет? Давай, роднуля, поворачивай сюда. Стоит, стоит. А, она ждет. Оу, а вот и полицейский. Хотя он не очень похож на него, но пока родной. Почему-то полицейский с повязкой на рту был. Видно, боится заболеть гриппом. Ну, этому уже не понадобится. Так, ну что же, ребята, вот наша зеленоволосая девочка, которую надо... Так, пойдет? Нет? Не бежит к телефону, почему-то странно. Ладно, с газонокосилкой тоже надо завалить паренька. А ну-ка выкуси. Ох, шикандос-то как. Побежала, побежала, ага. Вызывать скорую помощь якобы тут всем плохо. А мы тебя сейчас в люк-то. А ну-ка. Так, ну что, ребята, по идее все, мы выполнили все указания смерти. Мы ей принесли эти три жертвы, которые он нам отметил. Что дальше? Что дальше? Мы дальше продолжаем играть? Оу, шарик. А ну-ка. Черт подери! Какого лешего ты мелкий вышел, блин? Раньше времени. Понимаете, ребят, тут иногда еще непонятно, что будет от определенного дела. О, псина. А ну-ка, тронем еще разок. Вау, на кого? Ага, на первого попавшегося.
загрыз девчонку. Так, а у нас здесь еще наверху, как вы видите, идет рейтинг B, A и S. То бишь 58 человечков, если убить, а это, наверное, все людишки, которые вообще здесь находятся, я получу что-то там супер-пупер, наверное. Так, здесь у нас тоже еще люк. А где можно посмотреть, с какими предметами вообще можно взаимодействовать, а? Или вот так вот на ощупь приходится каждую штучку трогать, блин? Блин, я вот этих, которые там пикничок устроили, с удовольствием бы зажарил. Эх, жалко, жалко, конечно, что не раздавил я этого придурка колесо. А, вот, ребята, смотрите. Ух ты, у нас тут еще много чего есть. Пальмы. Так, какие-то непонятные это. И машина, что ли. То есть еще можно пошуршать и посмотреть. Хорошо, давайте тогда сделаем. Может быть, пока мы эти предметы все не используем, нас не пропустят на следующий уровень с вами. Так, здесь, по-моему, ничего нету, да? Я, по крайней мере, ничего не вижу такого. Ага. Нет? Я думал, что именно эта машина была изображена. Но, по ходу дела, я ошибся. Так, ладно, а где у нас тут пальмы? Надо мне найти... Так, вот этот вот горшочек с цветочками тоже бы надо как-то задействовать, чтобы зря не пропадал. А вот и пальмы. И... Понятно, на них кокосы, ребята. Этими кокосами мы можем кого-нибудь прибить. Так, и вроде бы как все. Значит, пальмы мы нашли. Светофор я, правда, не понял, как ими пользоваться. Вот они тут плавают, довольные, блин. Слушайте, по-моему, это все-таки та машина, которую мы с вами видели. Я больше таких больших по размеру здесь не вижу. Эй, лежит, отдыхает там. Была бы моя воля, я бы машину туда бы под откос отправил, чтобы сбило ее. Так, что? Ага, там идут чувачки через люк. Оу, а вот это уже хорошо, ребят, да? Давай двоих. Опа! Двойное убийство. Замечательно. Так, это была вывеска всего лишь. И у нас 25 душ в общей сложности. Так. Ага, блин. Черт подери, слишком быстро нажал два раза. Ну да ладно, главное, что все-таки это была та машина, ребят, которая была отмечена. 26 душ, на-ка, гад. Давай, давай, беги, беги. Ай, не туда побежал, лолух. Зачем ты в дом побежал? Вот, давай, иди сюда, родной, иди. Вот так. Монстр по убийствам. Так, и 27 душ у нас уже. Так, что мы можем еще тут сделать? Ага, люк. Пойдет кто-нибудь в него, нет? Хрен там, никто не пойдет. А что нам с этой антенной делать? Пришельцев, что ли, будем вызывать опять? Нет, ребята, к сожалению, она ничего не делает. Просто подают сигнал, но бесполезно это все. Оу, ха-ха, вы не вывеска, а козырьки. Так, ну я думаю, что, наверное, здесь прогуливаться уже никто не будет. И нам не получится ими воспользоваться. Так же, как и вот этим вот цветочком. Так, а ну-ка, вот так сделаем. Ну, ни одной машины нет, нифига, блин. Я уж думал, можно как-то сбить людишек. Так, во-во-во-во, первая жертва. Черт подери, какая хитрая, ну-ка, вот так вот. Минус один, через люк. Так, цветочек нам этот никак не реализовать. Во-во-во-во-во, ну, отлично, вот как надо делать. Пока машина пропускает их на зебре, мы меняем цвет, естественно, на зеленый. И вот так вот. Разобрался, наконец-то, я, что можно делать с тачками. Так, их тут можно всех переубивать. Ну,
Откат, откат, ребята, не катит. Миссия выполнена. Ты очень хорошо постарался, и я допускаю тебя до следующей миссии. Говорит нам смерть. Так, что ты тут? Ну, давайте вернемся. Посмотрим. Ага. Значит, продолжим. Ага, вот наш рейтинг, и мы можем перейти на следующую миссию. Ну, а миссии следующие, ребята, мы, наверное, займемся с вами в следующем выпуске. А на этом все, всем спасибо за просмотр, и увидимся в новых видосиках. Всем пока! Ах так! Ах, вот и как! Ах, вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...